Но сегодня можно будет поиграть, да. Правда, она 55 гигандрюсов, чуваки, весит. Ебануться. Но я купил ее каким-то образом, не знаю как. 40 мегабайт в секунду скорость, ебать. 60, что за бред? Не может быть. 92 мегабит в секунду. А, стоп, это мегабит, это хуйня полная, значит. Окей, я думал, что у меня 100 мегабайт в секунду уже качает комп. Нет, полная хуйня получается. Полное говно. Сейчас стрим падет. Не, полная хуйня, чуваки. Зацените, чуваки. Это приложение Windows. Это Forza Horizon 3. Она у меня установлена, потому что есть кнопка играть. Я ее купил, блять. У меня есть ебучие срани всякие, типа. Набор машин, блять. Нажимаю играть. Че это такое, блядь? Что это за хуйня? Это картинка. Да, нахуй. Или это не картинка была все это время? Ебать, это была не картинка. Эта игра запускается. Ебать, нихуя себе. Окей, ладно. Захват отдельного окна не работает. Я вижу, что она захватилась, но это захват экрана, блять, а не захват игры. Это захват ебучего экрана. То есть мне сейчас напишет Винишкитян какая-нибудь, и вы все это увидите просто в каком-то телеграме. Сиськи свои пришлют, и пожалуйста, блять. На весь экран сиськи будут, потому что у меня экран захвачен, а не игра. Такая вот ситуация. Разве вам это надо? Разве вам нужны сиськи рандомные, внезапные? Блять, кому они нахуй нужны? Я сказал простое, а не скучное. Как вам жопа? Странная игра на самом деле, типа. Тут они не знают вообще, как рисовать людей, например. Но они и должны знать, возможно. Ну все, нахуй. Вот вам и гонки, чуваки. Вот вам и гонки, блять. Просто хуярим за каким-то вертолетом под гей-музыку. Балдеж. Бать, интереснее стал играть. О, щит. Ебать, ничего себе. Ничего себе, просто такое здесь есть. Охуеть. Фак. Как это сделать? Вот так вот прожать нужно? Окей. Мышкой. Ебать мой хуй. У нас Ламборгини. Гейсон. У вас 60 FPS, и все нормально. Ебать! Как жестко сейчас занесло. Ёбаный в ротик. 332 км в час! Ну это машина, это пиздец, это минус машина. Интересно, а у нас... Чего, блядь? Пиздец, я... Меня просто в конце разъебали. Сука. Тариц. Чё за снег? 5 FPS. Поворот на 330. Окей. Просто все заново. Окей. Не, все, сейчас разъебем. Блин, я на самом деле нормально же ехал. Че с хуйло? Блять, я забыл на гонку вызвать. Давай сюда, чувак. Все, вызываю. Снег был просто как загрузка, типа. Между прочим, чувак на Феррари гонит. Да. Ракетон. Ракета 9. Ракета 69. Бля, ладно. Заебись. То, что надо. То, что и должно быть написано на бэшке. Я считаю, на каждый. Пока я в восторге, босс. Кира сказал, что вам нужна новая машина для этих заездов. Вот смотрите, на какой глаз вас ляжет. Ту и берите. Ебать, BMW X6 просто. Land Rover, Range Rover, Supercharged. Распродажа. Бесплатно, нахуй.
Почему в реальной жизни таких распродаж не бывает? Toyota Sprinter, Truena или Буни. Нам можно только вот это, вот эти вот паркетники выбрать. NFS скачалась, но мне кажется, уже поздно в нее залетать. Осталось лишь полчаса до гонки. Ну, я не знаю, типа, вот есть Lamborghini Urus еще. И Jeep Grand Cherokee. Мне вот эти три машины нравятся. Красная машина. Красная машина быстрее, чуваки. Public Safety. Чего? А, это типа уже готовые какие-то дизайны. Чуваки делали Gucci. Блять, поедем на этой машине, нахуй. Эшкере. Какая-то коробка ебаная. Ну, здесь она, кстати, реально как-то странно выглядит. Погнали. Ну-ка. Гуччи. Мать купила, а ты хлопаешь. Keep right. Да блять, непривычно на самом деле с полевой полосе ехать. Ёб твою мать, я забыл. The fuck? Можно по воде ездить, серьезно? Я могу проехать эту речку? Спасибо большое, Настя Лошара. Настя Лошара. Спасибо огромное за сабскрайберино. Спасибо большое. Так, начинаем. Иисус. Привет, королевский болтоза. Скоро уже финиш. Давай, давай, хотя второе место. Хотя второе место. Обходим бэшку. Это X5 вроде. Пошел нахуй. Найс. И там же финиш. И там же финиш. Совсем рядом. Ебать мой хуй! Нет! 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 Сука! Блин, потому что это уже финиш! Нет! Ладно, третье место тоже нормально.